День семьи, любви и верности – праздник достаточно молодой, но уже успел стать для россиян одним из важнейших дней. Его отмечают с большим размахом, подобно хлебосольным традициям Руси. И в этот раз администрация городского поселения Видное организовала торжественное мероприятие у кинотеатра «Искра» с песнями, плясками, конкурсами и забавами. Мероприятие у кинотеатра «Искра» началось с исторической постановки об истории любви, лежащей в основе праздника – супружеской пары Петра и Февронии. Июля по новому стилю на Руси издавна отмечали День Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. А 6 лет назад Советом Федерации единогласно была утверждена инициатива о создании нового праздника – День семьи, любви и верности. Цветок ромашки сделали его символом. Надо прививать и нашей молодежи традиции наши, русские, национальные, а это верность, любовь и, главное, много детей в семье. Это счастье. Подобно экскурсу в историю, все выступления были выполнены в старорусском стиле. Пестрые костюмы, затяжные песнопения и пляски. Кстати, особо активно танцевали на празднике дети. Они же и принимали участие в разнообразных конкурсах, за победу в которых получали призы. Также на мероприятии чествовали видновские семьи. Им вручили благодарственные письма и подарки. Одной из них стала семья Савельевых. Виктор и Антонина в браке уже 10 лет, и за это время они родили 6 детей. В России там всегда были многодетные семьи. Если мы заглянем буквально лет на 100 назад, 12 детей – это было абсолютно нормой, и на людей не обращали никакого внимания, потому что у многих было и больше. Надо поздравлять обычаи. Совершенно. День семьи, любви и верности – это праздник прежде всего тех семей, кто не одно десятилетие прожили в крепком, счастливом браке. С этих людей и стоит брать пример молодым парам. Чтобы были бодрыми, здоровыми, хорошо работали, веселились. Уметь бороться с трудностями, уважать друг друга, уступать друг другу – это самое главное в семье. А что сейчас значит слово «семья» для молодого поколения? И как молодые семьи относятся к институту брака? Ведь ходит распространенное мнение, что его вовсе не стало. Тогда почему на улицах все чаще стали встречаться прогуливающиеся пары с колясками? Хорошо, что сделали этот праздник в России, потому что все отмечали 14 февраля, а сейчас отмечают этот праздник российский в честь Петра и Февронии. Ну, радость, счастье, семейный праздник хороший. Не зря праздник День семьи, любви и верности так прижился у россиян. Ведь что может быть ценнее, чем собственная семья, чем дети и любящие сердца? Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.